Значит, тема очередной нашей лекции такая: борьба в правовом поле. Значит, мы с вами давно уже определились с тем, что такое политика. Политика – это классовая борьба, борьба в правовом поле. Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И тот класс, который завоевал и удерживает государственную власть, он осуществляет принуждение классовое. Ну как он его осуществляет? Не эпизодически и не хаотически, а систематически. Поэтому, когда мы говорим о государственном принуждении, это не любое принуждение, что если я государственный человек, то я в любой момент пришел и, имея в виду некое оружие, орудие подавления, его применил. Нет, расписано, предусмотрено, за что и как наказывать, и в каких случаях. И это вот система норм и правил поведения, которая предполагает определенные меры государственного воздействия, называется правом. Разные есть длинные, короткие формулировки. Самая короткая формулировка, мне кажется, и самая блестящая у Маркса, которая говорит, что право – это возведенная в закон воля господствующего класса. Право – это возведенная в закон воля господствующего класса. Об этом по существу писали и ранние философы, и древние философы, и Платон, что когда речь идет о монархии или там вот о том властном субъекте, он не ограничен ничем, потому что он устанавливает эти правила. А все остальные ограничены этими правилами. Для монарха они не распространяются. Если, так сказать, это какая-то норма его не устраивает, он меняет эту норму. Но из этого не следует, что монарх какую угодно норму устанавливает. Те монархи, которые устанавливают те нормы, которые не устраивают правящий класс, перестают быть монархом. И мы знаем, что очень часто бывает, что и царей свергают, заменяют другими. И это делает класс достаточно определенно и решительно. Поэтому вот если мы за ориентировку возьмем это определение, что право, возведенное в закон воля господствующего класса, то ясно, что решая вот эти вопросы, связанные с осуществлением права или о действиях в рамках права, мы, конечно, рассматриваем политические аспекты того, что является предметом нашего рассмотрения. Теперь, как надо относиться к праву? Право нам говорит, что делать или нет? Нет, зря вы-то поторопились выкивать. И тут, когда задают такие вопросы, лучше тут так остыть и так долго смотреть. Так, думаем. Почему? Потому что право отвечает на вопрос, чего нельзя делать. То есть оно не отвечает на вопрос, что делать. Что делать – это ваша свободная воля. Чем она свободна? В рамках права. То есть что хотите, то и делайте. Но вот эти нормы не переступайте. А тот, кто переступает, тот переступник. А переступник – это преступник. Вы приступили норму, приступили эту черту, там следует соответствующее наказание. Отсюда вывод о действиях в правовом поле. Что можно делать? Ну, отсюда следует, что можно делать. А. То, что не запрещено. Все, что не запрещено, можно делать. Вот, например, запрещено прыгать с 15 этажа? Нет. Нет. Но это не значит, что это совет. Никак. Точно так же, как, например, право нации на самоопределение. Что это надо? Всем это приглашение к отделению, что ли? Нет. Если мы хотим самого тесного единства, вот мы собрались и решили соединиться в единый союз. Что для этого нужно? Я должен признавать ваше право отсюда уйти, вот, а вы должны признавать мое право тоже отсюда уйти. А если вы не признаете мое право, а я ваше не признаю, у нас, значит, отношения связаны на том, что либо я вас принуждаю, либо вы меня принуждаете. Поэтому у нас тесного единства не получится. Что применительно к семье? Право каждого члена семьи, то есть и жены, и мужа, на самоопределение вплоть до отделения. Так?
Но это что, призыв к тому, чтобы отделиться? Нет, это как раз признание того, что другая сторона, там, и муж, и жена, удерживаются не силой, а узами любви, а не другими узами. Правильно? И никакими силами государства удержать невозможно. Хотя при феодализме удерживали. Так просто не разведешься. Сейчас тоже в известные моменты удерживает. Например, государство отдает себе отчет в том, что до года, пока ребенку нет года, конфликты между родителями могут быть связаны с непомерной ношей, которая для них впервые явилась, когда родился ребенок. Поэтому вот год исполнится, тогда подавайте заявление. Сейчас даже не приносите отсюда. Идите отсюда, говорит государство. Идите отсюда, мы даже рассматривать не будем. А через год, пожалуйста, на здоровье. В связи с этим также, скажем, вопрос о соединении там, в союз. Союз Советских Социалистических Республик. Это союз суверенных государств или союз свободных государств? Свободных. Свободных. И в гимне как пелось? Союз нерушимый, республик? Свободных. Свободных. Сплотил навеки Великая Русь. А Михаил Сергеевич, дорогой, что нам предложил? Он готовил. То есть они как бы параллельными курсами шли. Ельцин готовил, так сказать, освобождение от всех других республик, что является, потому что явной, так сказать, исторической глупостью и ахинеей, потому что самая крупная, значит, республика, вокруг которой образовался Советский Союз, это Россия. Цари собирали вокруг, так сказать, все вот эти земли, которые вошли в состав России, да? И Туркменистан, и Узбекистан. И Россия Советского Союза. А? Состав Советского Союза. Да. Российская империя. Не Россия. А это то же самое. А что, это не Союз, не Россия, разве Советский Союз? Что случилось-то? Как он перестал быть Россией? Это не РСФСР. РСФСР. Вот РСФСР не Россия. Вот РСФСР это как раз не Россия. Поэтому первый удар был по Советскому Союзу, когда объявили РСФСР равно России. Это было сделано Хасбулатовым, это было сделано Верховным Советом РСФСР, который записали в Конституции, которая была до Ельцинской Конституции. Про Ельцинскую мы уже говорили. А до Ельцинской Конституции записали, что РСФСР-Россия. Да не тире-Россия. Советский Союз – это историческая форма существования российского государства. Что отпало от российского государства с переименованием в Советский Союз? Что отпало? Финляндия и Польша. Все остальное осталось. Или Россия перестала быть Россией? Что, русские перестали быть русскими, украинцы – украинцами, белорусы – белорусами? Что случилось-то? Как единое было государство, так и единое осталось. Другое дело, что был период, когда временно разошлись, но сошлись на какой основе? Не на основе государственного принуждения, а на основе признания каждой союзной республики права на ее отделение. Так? То есть свободный союз действительно был. А что готовил Горбачев? Он готовил конституцию суверенных государств. А Индия – это Англия, да, тогда? А Индия – это историческая Англия, Великобритания. Тут уже нет. Пересели разговор. Нет, Индия – это не историческая Англия. Такие же колонии, просто они сухопутные. Вот если вы возьмете Англию вместе с Индией, да, это Великобритания была. Да, колониальная держава. Конечно, Великобритания. А как вы думаете? Была Великобритания такая. Так но Индия – это не Великобритания. А вот, а вот то, что Великобритания вместе с Индией была большой, метрополией Англии, и в целом была Великобритания, безусловно, это одно было государство, но в котором были части колониальные. И у царской России были, так сказать, полуколониальные части, правильно, там тот же самый Туркестан. А что произошло в 17 году, к 18 году, к 22 году, к образованию Советского Союза, что те разошедшиеся республики, они разошлись. Почему обвиняют большевиков, что они расколотили Россию на куски. Не стало Единой России. Украина отдельно, Беларусь отдельно. Закавказская федерация, Туркестан, все вроде как распалось. А потом и соединилось. На какой основе? На совершенно другой основе. На основе признания права каждого этой части. То есть это уже не колониальное соединение, а это соединение, но опять в Россию. И было два варианта назвать РСФСР, которое единое было предложение и у Сталина, и у Ленина. А потом Ленин предложил все-таки назвать по-другому, чтобы не получилось, что вот входит как бы в Россию. А как бы они соединяются в одно другое целое под общим названием Союз Советских Социалистических Республик. Но мы же должны понимать, что это теперь Россия, которая свободна от колониального угнетения и полуколониальной зависимости окраин. И наоборот,
что сделал Верховный Совет РСФСР, который проголосовал Декларацию независимости России. От кого? То есть он взял кусок, вот этот РСФСР, который вовсе не составлял всей России. У нас русских сколько находится за пределами РСФСР? Находилось сколько? 25 миллионов. 25 миллионов. И, между прочим, русские тоже имеют право на самоопределение. Или не имеют. Это во-первых. Во-вторых, сколько русских было в Казахстане и сколько казахов? 50, казахов 50, было 50. Больше половины? Или меньше половины? Там 51-49, что-нибудь такое. Нет, казахов меньше половины. Можете посмотреть. Вот, даже если у кого есть... Сейчас? Да, хоть сейчас посмотрите. Сколько в Казахстане было русских? Нет, было, то может быть... Сейчас, может быть, если русские там уехали, или там их там вытесняли, не особенно там вытесняли, оттуда не особенно много уехало. Там было много украинцев, было много русских, а казахов было там 46 примерно процентов. Ну и вообще надо сказать, что если это Россия, она как вот, например, уживались такие народы, как удмурты. Это какая группа народов? Это финно-угорская группа, да? Значит, где она расположена? Это Мордва. Вот у нас был профессор Ильмеев нашего факультета, Василий Яковлевич, доктор, заслуженный деятель науки. Это русский философ мордовского происхождения. Вот у меня с ним много книг вместе написано, в том числе и «Выбор нового курса» в издательстве «Мысль», «Будущее за обществом труда», «Уроки и перспективы социализма в России», «От закона стоимости к закону потребительной стоимости» и так далее. Кто он такой? Или там был Моисеенко Николай Андреевич, декан экономического факультета нашего университета. Я вот с ним тоже, у меня 4 книги с ним написано совместных. Он заведовал кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов и деканом был факультет, тоже заслуженный деятель науки. Кто он такой? Ну, он русский ученый, советский русский ученый украинского происхождения. Был на этой же кафедре Борис Романович Рященко, разведчик военный, который воевал, и Моисеенко воевал. Один командир полка «Катюша», другой разведчик был в Москву в войну. Он вообще из Саратова, Саратовского разлива, украинец. И когда жена ему звонила, и когда собирались люди отметить что-нибудь, товарищи профессора уже подготовились, все, уже нарезали колбаску, вдруг звонит жена. Жена у него была татарка. Он так с грустью собирал портфель и говорил: «Хорошо, великому русскому народу, он еще... В 13 веке освободился от татаро-монгольского ига и уходил домой». Вот. Так что, конечно, это, сказать, была единая страна, и, конечно, русская нация проживала не только в пределах вот того, что обозначено как РСФСР. А на крупнейших заводах в Эстонии кто работал? Ну, прежде всего, русские. Так русские проголосовали? Собственно, это Балтийский путь знаменитый, они вместе с эстонцами стояли. Давайте не будем забывать этот момент. Теперь где эти крупные теперь предприятия? Нету их. Теперь в Латвии крупнейшие предприятия, которые выпускали. Во-первых, электрички все там выпускали, рижский завод, да? Во-вторых, микроавтобусы. В-третьих, там выпускали ВЭХ, радио. Где эти крупнейшие заводы, на которых работали в основном русские плюс латыши? Или те же самые латыши, кто Ленина охранял. Ну, латвийские стрелки, латышские стрелки, правильно? Прежде всего, как-то хоть надежная такая опора. То есть вот такое перемешивание было все время. И вдруг, Верховный Совет РСФСР не украинский. Вот сейчас события на Украине. А кто начал это все, эту болягу? Кто проголосовал за независимость? Объявляет декларацию независимости от кого? Ну как это? Ну как? То есть я понимаю, какая-нибудь из этих вот республик попросила бы в соответствии с законом правом национального самоопределения отделение. Но если это корневая вообще вот республика, корневая, которая держит в обесе Советский Союз в целом, цементирует его, если она объявляет, и кто там голосовал? А Зюганов не голосовал, что ли, за это, к примеру? Вы поинтересуйтесь. Вот вся эта фракция... Это вы нам скажите. А я вам и скажу, что фракция коммунистов России тогда проголосовала тоже за эту самую декларацию. Какой-то был ажиотаж такой. Кто их толкал? Никто их не убивал, не резал, не жег. Ничего такого. Никто их не иллюстрировал, как сейчас на Украине. А вдруг взяли и проголосовали. И, так сказать, кто участвовал-то в развале этого всего?
То есть, в общем-то, развал-то начала в этом смысле Россия. Поэтому, когда Ленин говорил о национальной гордости великороссов в своей статье, он вовсе не говорил, что мы должны гордиться своими, вот тем, что мы там угнетали другие народы, или тем, что мы сделали отрицательно. Мы гордиться должны идти своей, там, так сказать, вкладом в революционную и демократическую культуру, так, развитие там других народов, там, письменность мы обеспечили очень многим народам и так далее. То есть есть чем гордиться, но совсем не тем, чем некоторые гордятся. То есть это такой большой вопрос. Но мы возвращаемся снова к вопросу о том, так что такое право. Право нам не говорит, что делать. И что если мы имеем право выброситься с 15 этажа, или с 17, или с 22, то никто вас не сдерживает. И, кстати, и прыгают. Насмотрелись, так сказать, фильмы, причем они говорят, ну, там, на компьютерной игре ведь можно повторить сначала, да? Только, оказывается, в жизни это вот второй раз уже не повторишь. Взяли за руки и спрыгнули. Разве мало таких спрыгнувших? Каждый год спрыгивает молодежь. То есть и родителям никто не запрещает открывать окно и ставить к окну детей маленьких. И каждый год у нас выпадает много малых детей, потому что они или опираются на эти сетку от комаров, продавливают ее и вываливаются, или просто забираются, пока там мама пошла кашку варить, он просто заполз туда и упал. Нарушили? Кто нарушил закон? Мать. А нет такого закона, что не пускать его на окно. Вы видели такой закон? Покажите. Ну, а не статья? Что такое там? Чего? Ну, как бы, что? Отношение к детям безответственное, что-то в этом роде. Ну, где вы такой? Ну, найди, покажите мне такое, где написано, что нельзя допускать детей до окна. Нет такого закона. То есть, вообще не надо фетишизировать законы. То есть, речь идет о государственном принуждении. Ну, что вы хотите принудить мать, у нее ребенок упал. Вы хотите ее наказать? Ну, это глупо. Со стороны государства. Глупо. И что, есть большее наказание для матери? Да ей самой хочется выпрыгнуть из окна. А вы сейчас придете с приставами. Смешно даже. И трагически, а? Вы арестованы, да? Да, вы арестованы. Ну, это же, ну, какой-то... То есть никто на это не обратит внимания, это, мать. Да и делайте со мной, что хотите теперь. Все, так сказать. А если это единственный ребенок? Вот это, надо сказать, что этот вот правовой фетишизм, он у их юристов есть, он и вообще у многих людей есть, которые думают, что закон говорит, как мы сделаем хороший закон, и тогда будет хорошо. То есть мы сделаем хорошие заборы в разных местах, куда не ходите, и тогда будет ясно, куда вы пойдете. А это что, загон, что ли? Что вы так за год сделаете так заборы, что вам вот туда, и прямо вы попали вот в деканат. Он ректорат, нет, директорат. Куда? Вы так загоните или нет? Вот если вы у меня выиграли в шахматы, это говорит о том, что я плохо знал правила шахматной игры? Ну, правила шахматной игры – это законы, правильно? То есть я не могу вот так ходить конем, как слоном. Не могу слоном ходить, как конем. Так? Если вы у меня выиграли, о чем это говорит? Что лучше играю. Ну, это вот как-то вот, понятно лучше. Ну, как это, в чем выражается то, что вы лучше играете? Потому что сильнее вас, я вас выиграл. Ну, это вы повторяете одно и то же. Это и так. Это вы повторяете все то же самое, что вы выиграли. А вы не можете вы это раскрыть? Ну, типа, я лучше знаю правила или что? Да неужели вы лучше знаете правила? Да я правила еще лучше вас знаю, а вы выиграли. Да что их лучше знать? Они конечные правила, и вы знаете, и я знаю. Если вы выиграли, о чем это говорит? Что вы придумали комбинации, вы у нас, у вас там стратегическое мышление, вы разработали, мне подсунули пешку, я ее заглотил, потому что я, как некоторые нынешние, эти самые плохие капиталисты, хоп, ближайшие интересы, а потом у меня развалилось все. И я у вас тоже, вы мне пешку подсунули, раз, и рад такой, что я у вас выиграл пешку, наши берут вверх, потом раз, у меня нет ферзя, потом нет слона, и потом я, потому что у вас замысел есть, замысел. А у этих самых у преступников умысел. Это мы не путаем. Умысел есть, бывает тогда, когда человек задумал нарушить норму права. Тогда это будет не замысел, а умысел. Соответственно, когда говорят, что напали преступники и расстреляли водителя, вот понятие «расстреляли» относится к государственному принуждению. Они застрелили водителя, они расстреляли. Наши журналисты, им все равно, что расстрелять, что застрелить. Если расстреляли, значит, они власть? Ну, власть может расстрелять, если есть такая норма в законе. А если нет такой нормы, то они могут расстрелять. Во время войны могут расстрелять паникеров, трусов, предателей. Правильно? А застрелить? Ну, застрелить могут вас вот в самое ближайшее время. Меня. Вас не могут, меня могут застрелить.
время позднее, и причем с гарантией, что их-то точно не расстреляют. Потому что у нас мораторий на смертную казнь. И это все преступники знают. И вас огорчает. А? Вас это огорчает, да. Меня? Вам такая разница будет сладость. Нет, это меня не огорчает. Это веселит тех, кто является преступником. Потому что они, так сказать, не боятся никаких тюрем. Из тюрем они выйдут. У них есть деньги, у них есть организация. Они в тюрьме будут жить хорошо. В тюрьме же, так сказать, туда можно передать все, что угодно. Вот вы попадете в тюрьму, в СИЗО, и можно вам каждый день тортик передавать. Там есть компьютер, там есть дама сидит. На 10 рублей будет дороже, чем общее окошко. Там все хорошо сейчас. Ну, тортик передастся. Да, постоянно. Вот. Вам после 23 часов в СИЗО в кресты принесут мобильник 250 рублей. Можете позвонить. Хоть это и СИЗО, следственный изолятор, но ничего абсолютного изолирующего нет же у нас в обществе. Если подкупают там диффузию где-то в верхних звеньях, и существует коррупция, это все об этом знают, вот нам требуется написать по поводу борьбы с коррупцией, там, исследовать, то неужели ее нету на уровне исправительных учреждений? Там все неподкупные. Нет, ну в другую камеру это будет дороже, чем 250 рублей. Перейти, поговорить с коллегами и так далее. Почему в кодексе написано «предусмотрены такие-то преступления»? Предусмотрены. Государство знает. Не знает не то, что оно иллюзией питает, что не будет таких преступлений. Оно знает, что будет, и оно предусмотрело их. И статья такая-то предусматривает за убийство по неосторожности вот такую-то кару. Потому что вы вот тут сидели, потом взяли утюг и выбросили. А там человек шел. И попали ему прямо по голове. Это что такое? Это убийство по неосторожности. Это вас точно не расстреляет. Ну, лет 5-7 дадут всего. А может и 3. А вы скажете, а что он тут ходит? Вообще он нарушил, не надо было ходить. Я тут точно знаю, что здесь никто не должен ходить. На какой-то территории? Да, я, можно сказать, охранял ее специально, чтобы тут никто не ходил. То есть можно защищаться. Грамотный юрист у нас тут. Да, грамотный юрист, если будет доказывать. А другое дело, человек специально задумал вас убить, дескать, вот они тут сидят, слушают лекции, хотят узнать все по эту политическую правовую часть, надо их, пока они еще не узнали, сразу их на этом, на этапе становления подбить. Это уже умысел. Это уже умысел. Вот, так поэтому, но все, возвращаемся опять к тому, что право ничего не говорит о том, что делать. Оно говорит, чего не делать. А для того, чтобы делать, существуют политические партии. Они отвечают на вопрос, что делать, правильно? То есть вот одни считают вот это делать, у них одна программа. Другие считают вот это делать, у них другая программа. У третьих, что делать, третья программа. А что делает государство? А государство их всех регистрирует. Не только регистрирует, а в соответствии с нормами регистрации и по закону о политических партиях, если вы создали партию, сначала вот тут было недолго, что можно, она должна родиться сразу в 50 тысяч. Представляете, как вот молодой ребенок, он сразу в 50 тысяч. Вот, например, детеныш белого медведя вот такого размера. Так вот у нас политические партии должны были рождаться совсем недавно. Вот. Такого размера, что такого вообще не бывает никогда. По регионам. Да, а сейчас 500 человек, но это уже иллюзия, что это 500. Вам нужно более половины регионов иметь отделение. Да. Попробуйте вы сделать. Это вам сколько денег нужно иметь? Не говоря уже о том, чтобы съезд провести, что нужно в Москве снять гостиницу. Министерство юстиции будет блокировать вас на субъекте. Да, блокировать не будет. Просто сама... Собрание с нарушением кворума не было. Ну, если кворума не было, конечно, будет блокировать. А вы хотели? Это все вы хотите нарушить? Потом выяснится, когда я вот чувствую, что вы сейчас вот даете знать о том, что у вас какие-то есть намерения нарушить. Но за намерение мы не судим. Не судим. За намерение нет. Намерение – это намерение. Мало ли, что я намерял. Да я шутил просто, скажете, и все. А шутить никому не запрещено. Так вот, на вопрос, что делать, отвечает программа политических партий. Они должны выразить соответствующий интерес соответствующих классов. Сколько у нас классов в России? И по числу партий, да, если мы так вот разбежимся глазами, будет 70 партий. 70 партий – наш рулевой. И тогда ничего человек не может понять. И в этом смысле, зачем нужно изучать науку, чтобы вот не было такого калейдоскопа перед глазами, потому что если существует 3 класса, то существует всего 3 авангарда этих классов, правильно? Поэтому существуют либо партии буржуазного класса, либо партии рабочего класса, если оно есть, и партии мелкой буржуазии.
Сколько их существует при этом? То есть они могут быть разделены на такие множества или иметь многоглавые такие партии. Например, там «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Либерально-демократическая партия», ЛДПР. Вы видели когда-нибудь, чтобы вот товарищ лидер ЛДПР, который так вот выступает по телевидению, так, можно сказать, оппозиционно, нередко так сильно, чтобы когда-нибудь он, его партия в Думе проголосовала не так, как «Единая Россия». Видели хоть один такой случай? А вот из стакана плеснуть. Какая ответственность, что я сейчас вас плесну из стакана? Какая ответственность у меня? Никакой, если рядом хранить. Никакой. А по телевизору будет очень эффектно. А вы бы раз и тоже мне из стакана. Это хулиганство. Да не хулиганство. Нам так было жарко. Это вы вам было. А нам было так жарко, что мы решили друг другу помочь. Да. И вы только начали то на одного, то на другого, а мы сразу соединились с ним и говорим, что вам надо? Вам не нравится? Ну, поливайте себя чем-то другим. А мне нравится водой. И потому что. И что после этого было? А ничего и не было. После этих всех таких вещей. Правильно? Или говорят, потасовки. А вы зафиксировали в этом самом в судмедэкспертизы какие-нибудь? Да, сходили? Судмедэкспертиза вам зафиксировала, что у вас какой тяжести? Никакой? Идите домой. Государство этим не занимается. Это люди шутили там, оживляли для телевидения. Это такой фонд, способ агитации в Думе. Потом они неприкосновенные. Вы же в Думе знаете, что есть по закону? Неприкосновенность. Это что значит? То есть вы там убили двух человек. Ну, ответственность есть у вас? Нету. Если Дума не или Совет Федерации, если вы член Совета Федерации, а у нас такие члены Совета Федерации были, как вы знаете, Шевченки, например, которых просил Следственный комитет и все-таки проголосовал Совет Федерации. А вообще он за такие вот голосования не любит, потому что сегодня вы, а завтра я. Вот, поэтому лучше, так сказать, сохранить это вот. То есть без нужды вот не голосовать за это. Но иногда приходится, уж совсем, когда двух-трех человек убьет, совершенно очевидно антигосударственную, так сказать, практику ведет, и как-то на них это уже начинает качаться кресло уже под всеми сразу, поэтому он голосует. Но вообще говоря, вот если Дума не проголосует по закону, неприкосновенны. Раньше, там, в советское время, неприкосновенны были депутаты любого совета. А сейчас? Дума, да, а вот ЗАГС Санкт-Петербурга нет. Это решение прокурора города. Чтобы через прокуратуру городскую должно проходить. Да это не проблема, это через городскую пройдет, не волнуйтесь. Мы не затруднимся в этом отношении. Все будет хорошо. Будет хорошо, санкция будет получена. Таким образом, значит, вот это вот вопрос. Значит, что нужно или что можно делать согласно праву? То, что не запрещено. А что вы будете делать? Это уже ваша свободная воля или политическая воля тех классов, которые есть. Ну и говорить, что каждый какой-то гражданин строго следует политической воле и интересам какого-то класса, мы не можем. Мы можем сказать, что вот если он последовательно какой-то линии придерживается, и в каком отношении она находится к интересам тех или иных классов. То есть мы можем сводить как бы деятельность отдельных людей к интересам классов, но говорить, что это обязательно человек вот сознательно руководствуется и прямо так ставит свои задачи, выражать интересы, ну, это какие-то большие политики. А в целом это к массе не относится. А к массе относится то, что говорил вот незабвенный Михаил Сергеевич, что то, что не запрещено, то разрешено. То есть разрешить все, что не запрещено законом, можно делать. Можно к этому добавить, что фактически, то есть можно делать а. то, что не запрещено законом, б. то, что запрещено, но нет никакой ответственности. Фактически можно, да? То есть государство как бы принуждает за нарушение этой нормы, но это не норма, на самом деле не защищается ничем. Ничем государство не принуждает, и поэтому фактически это тоже разрешено. Только видимость такое, что запрещено. Например, за уклонение от переговоров коллективных. Какая ответственность работодателя? Где найти ее? Это штраф, да? Да. Если вы возьмете Трудовой кодекс Российской Федерации, там вообще никакой ответственности не найдете ни за что. Ни за что. Обязан, должен. А ответственность какая? Где мы ищем? Кодекс административных правонарушений. КОАП. Открываем, и оказывается, 5000 рублей. Ну, это на фоне нынешних вот финансов, которыми располагает работодатель, это как-то даже смешно.
Но если вы хотите меня привлечь, я уклонился, это вам нужно со мной судиться. Потом нужно ходить к судебным приставам исполнителям за 5000. Причем, а я-то и не буду с вами судиться. У меня вот есть юрист. Вот она, видите, она сидит, смотрит. Она будет ходить. Она будет ходить, она будет с вами судиться. А я буду ей регулярно выплачивать заработную плату. Она у меня на постоянной оплате. Не такой, как у вас, а гораздо больше. Вот. И она, сколько хочешь, суд будет тянуться, она будет доказывать, что вы не правы. А потом будет неправ еще судебный пристав-исполнитель, который администрирует вместо того, чтобы защищать законный интерес. И так далее. И вы эти 5000 будете полгода ходить, находитесь они. Нервным будете человеком, у вас нервный будет вот такой тик от одного вспоминания суд. А я мило вас с вами буду раскланиваться, когда вас буду встречать и видеться. Все будет хорошо. То есть, собственно говоря, вот три есть параметра, три вида, когда разрешено, запрещено, нет никакой ответственности или видимость ответственности. То есть, по существу нету. То есть, это несущественная ответственность. Несущественная. Поэтому она никого остановить вообще не может. Поэтому, если вообще размышлять на тему о том, а какую роль играет ответственность, если кто-то думает, что наказание за преступление может остановить вообще полностью преступление, это, конечно, иллюзия. Никакое наказание, хоть там смертная казнь, хоть там отрубание рук или ног, это не ликвидирует эти преступления. Но сферу ограничивать. Поэтому весь вопрос в том, вы хотите ограничить или хотите, чтобы эта сфера расширялась. Например, всем известно, что 80% тех, кого выпустили за сексуальные преступления против детей, 80% выпущенных повторяют эти преступления. То есть это государству известно, и вот вроде как в этом году наконец приняли решение их условно-досрочно не выпускать. И тем более, так сказать, не выпускать, потому что условно-досрочно, если вам дали 6 лет, то через 3 года вы за хорошее поведение вышли. А он там участвовал в самодеятельности, написали хорошую характеристику, вышел и тут же совершил второе такое преступление. На Западе браслеты вроде какие-то для них. Что делать? Ну, выйдут через 6 лет, то же самое сделают. И у нас есть браслет. У нас Васильева ходит с браслетом. Пишет стихи, ролики записывает. Картины рисует. Браслет не мешает. Ничем не мешает. 4 часа в день. Факт состоит в том, что он повторяет. Так они даже без всякого браслета, если он повторил и поймали, то он же подлежит снова наказанию, как рецидивист. Нет, на Западе я имею в виду, что когда они подходят к детским площадкам или еще что-то, там есть служба, которая отслеживает, ну, в Америке, в частности, я не знаю, на Западе в целом, то если он подходит к детской площадке, то приезжает. Ну, на том же Западе, в разных штатах, в одном электрический стул, в другом укол, 3 укола. Один, чтобы успокоились, другой, второй, чтобы вы развеселились, а третий, он уже решает дело. В соответствии с законом. Все. А в некоторых штатах нет смертной казни. А в некоторых нет смертной казни. А в некоторых маленьких странах, которые не страны, а касса просто, как Швейцария, там никогда и не было. Потому что это кто там будет какие преступления делать? Там взяли деньги и пошли в другое место, в другую страну. Поэтому не надо соразмерять, скажем, свои законы, например, с такими законами маленьких государств, которые ничего собой не представляют мировой политики. Ну что собой представляет человек? Вот Совет Европы, он осуждает Россию. Что Совет Европы или вообще Европа вся в целом сделала для борьбы с гитлеровским нашествием? Что сделала? Румыния была в союзе, Франция Чехословакия. Частично полфранции, можно сказать, боролись, пытались. Сколько дней? Нет, сколько дней, это я имею в виду с самого начала, но потом там сопротивлялись уже после оккупации. Немного. Вы различаете разницу? Сопротивление или вооруженная борьба, которую ведет государство? Великобритания боролась сопротивление. Вот вы меня будете бить, а я буду сопротивляться. И вы меня будете бить, я буду все равно сопротивляться. И все время буду сопротивляться. И вот это вот сопротивление, это и есть, чем отличается Европа. Ее все захватили, она все сопротивляется. Сильно сопротивлялась? Ну, туда песочек посыпят, сюда, там, но партизанское движение. Англия воевала? Так Англия не сопротивлялась, Англия воевала. Ну, в союзе с СССР. Нельзя про нее сказать, что она сопротивлялась. Сопротивлялась – это чисто пассивная форма. Я вам не буду ставить зачет, а вы сопротивляетесь. Видите, Рай? Какие еще здесь? Сопротивляетесь. Ну, что вы сопротивляетесь, а зачет ставить я буду, могу ставить, никто не поставит. Я не случайно его буду ставить, и не потому, что вы сопротивляетесь. У вас экзамен. Тем более, если экзамен. Вообще нечего сопротивляться даже.
всякое сопротивление будет сломлено. У нас же государственный университет, государство, это сила, страшная сила, тюрьмы, лагеря, это государство. Представляете, что это такое? Орудие насилия, такое, чем нас наделили. Ну, прежде чем вот у нас преподают, ведь, кто решает, на каком уровне? Чтобы стать звание профессора получить, кто должен решить? Высшая аттестационная комиссия при Совете министров СССР. И у нас написано в этой даже программке, что кто там должен преподавать. Дескать, вот. Вы будете сражайтесь с советом министров по поводу вашего экзамена. Нет, мы сделаем комиссию, конечно. Комиссию, конечно, будут все мои противники, ваши сторонники, наши преподаватели. Ну, давайте будем реалистами, материалистами, да? Поэтому все это кончается большой потерей времени для всех. Больше ничем. Так, возвращаемся к этому. То есть вот мы должны это вот с вами зафиксировать, что правовое поле вот такое. То есть оно вам не закрывает разных дорог. Поэтому когда я вот сформулировал название лекции такое «Борьба в правовом поле», это значит, что это широкое поле для разных возможностей. Если у вас, так сказать, есть какой-то социально-трудовой конфликт, то если вы подходите к нему политически, то вы не относитесь к этим правовым нормам как к тому, что вас вообще спринало по рукам и по ногам. Относитесь к тому, что это поставило определенные ограничения, а во всем остальном оставило свободным. Это значит, есть определенная процедура, которая предусмотрена для разрешения коллективных трудовых споров. Вы эту процедуру должны рассматривать как одну из форм, которая может быть использована для решения тех задач, которые вы для себя формулируете, как ведущий коллективный трудовой спор. Правильно? Работники. Соответственно, и работодатель также рассматривает эту процедуру, он ее не собирается от нее отклоняться, но она совершенно не мешает ему противодействовать и бороться с работниками, которые вот хотят повысить себе, допустим, зарплату, изменить условия труда, а для работодателя это дополнительные расходы. Он уже их как бы хотел потратить на новые острова, а тут вы со своими требованиями. Зачем вам эти повышения? Надо скромно жить. А у меня уже все, острова уже, можно сказать, вся сделка завершается, и как раз на этом этапе я вам никак не могу вот тут в этом отношении помочь. А на следующем этапе у меня будет сделка по замкам на этих островах. По яхтам. По яхтам и так далее. А подводная лодка у вас есть какой в Ромыче? Нету. Ну, значит, вы это как-то рассуждаете не по-государственному. Надо так вот смотреть по-крупному. Вы должны пойти в мое положение. А вы все носите, что у вас здесь зарплата маленькая. Да вам кажется, что маленькая. А вот у гастарбайтеров, посмотрите, какая зарплата. Я их специально для вас и привез сюда. Кто их привозит-то? Чтобы вы посмотрели и видели, что за вами длинная очередь. Будете так долго тут выступать? Да, они за половину этой зарплаты будут работать. То есть вот, так сказать, общая политическая постановка вопроса. Поэтому силы, как бы, законодатель российский, а он формируется так, что это на самом деле, вот этот закон, это продукт тоже классовой борьбы. Ну как появляется трудовой кодекс? Он что был у нас в царской России? Какой был? Что там был? Какой документ? 1913 года. Уложение о промышленном труде. У вас вот староста группы есть? Нет. Нету? Значит, вы не подходите под этот закон. А там вот были старосты фабричные. И вот работодатель, то бишь собственник, тогда такого понятия не было работодателя, но недавно появилось вообще, только в новом кодексе появилось. Раньше была администрация, да? Администрация, понятно, те, кто управляет. А работодатель – это такое обманное понятие, которое введено, это тоже так, элемент уже борьбы. Вот, скажем, если вы сейчас выйдете и сядете на маршрутку, вы будете потребителем работы, да? А кто будет работать в этой маршрутке? Водитель. Вот он работодатель. А вы кто? А вы работовзятель. Работополучатель. Правильно? Ну, я же еду, я сижу, я сел. А он смотрит за дорогой. Он на работе. Поэтому это вообще понятие такое. А потом, если я работодатель, я вам уже работу дал. А вы еще и зарплату требуете. Это просто даже возмутительно. Так сказать. И то ему, да, и другое. Я уже дал вам работу. Это очень немало. Зачем вам без зарплаты? Да. То есть это вот, можете, строго разделяется до 2002 года. Были, говорили, администрация или просто собственники средств производства, администрация. Сейчас понятие предприятия выкинуто из права, понятие коллектива выкинуто из права, но чудесным образом остались коллективные трудовые споры и коллективные переговоры. Коллектива нет, а коллективные переговоры есть. Коллектива нет, а коллективные трудовые споры есть. Ну, это о чем говорит? Это, думаете, говорит просто о нелогичности
юристов. Нет, это говорит о том, что вот кодекс трудовой, он является результатом, продуктом классовой борьбы. Одни требовали вот этого, другие требовали вот этого. Получилось вот так, коллектив убрали, а это осталось. Потому что ну нельзя, если вы не урегулируете эти коллективно-трудовые споры, от этого проиграет и правящий класс. Правящему классу нужно, чтобы если вы там начинаете бунтовать, бунтуйте по правилам. Пока вы бунтуете по правилам, у вас все это порох может и разойдется, и все успокоится. А если вы будете не по правилам бунтовать, у нас есть другие, у нас есть внутренние войска. Что он так смотрит на него? Придут внутренние войска и решат проблему, если что. Иногда интересно смотреть, как там у финляндского зала какие-то бабушки, пенсионерки собрались, а тут космонавты пришли, все в бронежилетах, и бедные тут гуляют эти милиционеры, полицейские. Там они на этом фоне, на фоне этих, так сказать, космонавтов, которые в таких скафандрах прямо, ну, я думаю, что они справятся, если что, с этими старушками. Не только с ними. Да, на фоне этих так даже теряются эти бедные полицейские, потому что они как бы друзья народа тут. Выступают, они охраняют, но я думаю, даже, потому что они даже не охранят от этих. Но те и тоже не трогают, они стоят все на набережной, и вы так. И олицетворяют, что а если что? Если что? Посмотрели, пойдешь, да? А если что? Хотя, если вы помните конфликт, который был в связи с монетизацией, да, когда 10 тысяч пенсионеров вышли на угол, это самое большое было выступление в России. 10 тысяч пенсионеров вышли, правда, никто ни уведомления никакие не давал, и никакого разрешения на какие-то митинги, собрания не подавал, но как только 10 тысяч пенсионеров вышли, то, начиная от там, Путина, Медведева и кончая Матвиенко, все сделали вывод, что, конечно, надо пойти навстречу, и появились зелененькие карточки, то есть каждому пенсионеру уплачивают столько, что он может бесплатно ездить, как и раньше ездил. Все хорошо. Почему? Это какой подход? Со стороны беспринципное государство или политический? Политический. Политический. А в чем политический подход? Потому что через борьбу. Нет. Это же эти самые, это электорат. Кто ходит-то голосовать? Вот эти бабушки и ходят голосовать прежде всего. И это люди, с которыми не надо ссориться. Электорат власти, да? А? Электорат власти. Бабушки голосуют за власть, я имею в виду. Правило. Так это ее электорат, если так они не будут за такую власть голосовать, если власть им это, такую вещь так, устроит. Да, все. Поэтому власть поняла, что не надо, вот эти бабушки, им очень нужны, и дедушки. А вы перебьетесь, если что. Вон студентам дают 4405 рублей, и пусть живут. А прожиточный минимум 9 тысяч с лишним. БСК. А? БСК, пройденную карточку. Сейчас не знаю, сколько стоит, но на первом курсе стоило. 700? 700, да. Ну и что, а прожиточный минимум сколько? 6200 вы говорили, да? Или а? Будет 6200? Нет, это 6200 будет мрот. А минимум прожиточный, чтобы вы не умерли? В Петербурге, по-моему, там... Чтобы вы не умерли, сколько надо? Ну вот в России считается сейчас 9200. 9200. Это нужно, чтобы прожить. А вот вам 1407 студентам сейчас. 1320. Это вам. У меня сегодня студентки были, не надо. Мне все сказали. У меня из первых рук информация. Мы тоже платили. А? Мне 1300. Вам 1300? Да. Ну это безобразие. Надо еще и потребовать, чтобы вас... Прожиточный минимум 9200, да? 9200, да, примерно. За 9. Причем прожиточный минимум устанавливается правительством за предыдущий квартал. Как-то мне в этом такая глубокая материалистичность есть. Вот смотрят, как бы, вот если меньше прожиточного минимума умерли, а больше прожиточного минимума не умерли, значит, видимо, вот прожиточный минимум такой. Потому что как это можно... Я сначала понимал так, что прожиточный минимум – это сколько вам нужно, чтобы прожить на будущее. Нет, это вот по прошлому кварталу. Удивительно. И постановлением правительства нигде не фигурирует. То есть никаких расчетов, отсчетов, какие платить зарплаты. Хотя в Трудовом кодексе есть одна привязка, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума. Это есть такая статья. Но последняя статья Трудового кодекса, там введение особая статья, что вот та статья про прожиточный минимум и МРОТ вводится в действие постепенно, специальным законом. И вот у нас постепенно МРОТ догоняет прожиточный минимум. Причем прожиточный минимум бежит вперед быстрее, чем МРОТ. И никак не может догнать. Знаете, как трудно догнать? 3000 целых. Вот так. И это все написано в законе, поэтому тут все строго по закону. Поэтому
такие были, когда принимали Трудовой кодекс, такие были картинки по телевидению. Значит, запускали белые шарики, ивановские ткачихи, что, дескать, ура, теперь, значит, улетел старый кодекс, сейчас новый будет, у нас будет зарплата на уровне прожиточного минимума. А на самом деле полетели новые шарики, смотри, последняя статья, 400 с лишним номер, в которой иллюзии о том, что вы получите прожиточный минимум, улетели. Хотя, ну, прожиточный минимум, ну, это ж первое, что надо сделать, если вы хотите иметь нормальную экономику. Ну, на чем базируется экономика? Что главное производительное является? Кто? Рабочий, трудящийся, всего человечества. Поэтому это надо вот понимать. Точно так же, как сейчас. Вот обратите внимание, пока мы с вами занимаемся, сейчас обсуждается вопрос о деньгах. Все время обсуждается доллар, евро, рубль. Это что, главный вопрос? Это же все вторично. А что первично? Производство или деньги? Вот эти вот финансы. Обсуждается вопрос, какой завод построить? Не слышно. Обсуждается вопрос, какой завод оснастить новым оборудованием? Не слышно. А какой вопрос производства коренной? Это вопрос производительности труда. А у нас что, растет или падает производительность труда? Никто не обсуждает. Никто не обсуждает. Но Владимир Владимирович напомнил вот в Австралии, что мы создадим до 2020 года 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. А пока мы рабочие места, которые были на ЗИЛе, все ликвидировали. Высокопроизводительные, там, роботов в цех разбелили, уничтожили. Ну как мы, ну если мы их создадим, так надо, эти рабочие места будут распространены просто так по всей территории страны или заводы будут? Ну какие, хоть один завод какой-нибудь собирается построить? Кто-нибудь слышал, что вы собираетесь кто-то построить? Выступил, допустим, премьер-министр Дмитрий Анатольевич сказал, мы построим в Калуге завод калужских там моторов. Табачный завод мы построим. Табачные заводы все отечественные уничтожены. У нас все иностранные. Но если они иностранные, так они нам нужны? Ну, то, что они строят, имею в виду. Ну, они строят. Я знаю, что турецкое государство строит у нас стекольные заводы. Это хорошее дело. Они все-таки у нас строятся, и у нас рабочие есть. Но прибыль, как вы понимаете, куда улетает? В Турцию. Автомобили не строятся. Сейчас не знаю, сейчас, наверное, у нас разве есть автомобильные заводы отечественные? Нет, не отечественные, вот Форд там открывал. Так это называется вывоз капитала. Вот если я, допустим, сказать, американский капиталист, а вы там туземец там, из Гвинеи, я к вам привез завод. Для чего? Потому что я бы, если построил в Америке, я бы платил бы в 10 раз больше, чем я буду платить вам в Гвинее. Это что такое? Это я, так сказать, вас ограбляю. Это называется колониальное ограбление. Ну, неоколониальное ограбление, да? Тут вы уже выступили против неоколонии. Мы продолжаем эту линию. Мы ее не забыли. Она правильная вообще. Это вывоз капитала. Говорит, ой, нам привезли инвестиции. С каких это пор вывоз капитала? Просто это инвестиции. Потому что инвестиции – это иностранное слово, которое замыливает, так сказать, глаз. А капитальные вложения – это когда мы вкладываем в средства производства, а не просто в бумажки. Вложили бумажки, на которые купили другие бумажки. На эти бумажки купили третьи бумажки. А в итоге под 2% мы получаем от тех ценных бумаг, которые у нас в Соединенных Штатах Америки. Куда? Запущены товарищем Кудриным. Которые есть в наградах. Весь в наградах. Ну неужели мы рентабельность больше 2% в России не обеспечили? Вот если построили бы завод, ну 10 бы обеспечили. 10 обеспечили, правда? Вот кто близок к экономике. Если даже в 5 было, все равно было бы. Если даже бы в 5 обеспечили, было бы больше. Ну хоть бы в 5 было, но было бы в 2 с лишним раза больше. Ну 2% это что значит? То есть мы, кто кому помогает? Вот нам Америка, я так понимаю, мы им помогаем. У нас есть лишние деньги. Мы их туда отбрасываем. Пускай, чтобы ничего не делать самим. Нам сейчас говорят, что зато санкции нас заставляют работать. А вы сами не хотите подумать? Нет, что нас должны заставлять работать, или мы сами должны понимать, что нам нужно станочное производство, нам нужно машиностроительное производство. А у нас станкостроение до какой степени довели? Почти до нулевой. Причем у нас прекрасное станкостроение было. Мы на экспорт отправляли станки. Завод Свердлова, пожалуйста, завод Ильича, пожалуйста, Ивановский завод обрабатывающих центров. Где они? А вы говорите о автомобилестроении. Вот Владимир Владимирович поехал на желтой колонне, этой самой Калине. Это зачем поездка? Зачем? Чтобы рекламировать. Всем понятно. И заодно и жизнь посмотрел. Трассу проверил. Прорекламировал. И чей теперь это завод?
Как только он прорекламировал, оказалось, хороший завод, поставлен на ноги, государство много денег у него. И чей теперь это завод? Француз, да. Франко-японский. Рено, Ниссан. Все. А еще у нас был написано «Патриот» не русскими буквами. А зачем написано «Патриот» не русскими буквами? Какой же это «Патриот»? Какой страны? У вас, имеете в виду, что? Нет, да. У вас. У вас. Хорошая машина у вас. Хорошая. Ее вовсю брали в Южную Америку, на экспорт шла. Хорошо. Чей у вас-то? Все. Значит, вас все. У вас все. Есть какой-нибудь автомобильный завод по легковых автомобилей, который вы был, так сказать, собственник которым был бы или российский, или государство, или российский бизнесмен? Горьковский. А? Горьковский тоже ушел куда? Нет, он не ушел. Горьковский – это большая операция, которую проделал гражданин Дерипаска. Там «Волга» была, как известно, которая была все время продавалась хорошо. Потом он, значит, купил самую плохую американскую машину «Крайслер» и оборудование для него, которое надо на помойку было выбросить. Его перетащили и установили в Нижнем Новгороде, теперь, чтобы нельзя было произвести там «Волгу». Эта операция удалась. Теперь, значит, под предлогом, что там будет «Волга Сайбер». Эту «Волгу Сайбер» вся из американских... Ну, это «Крайслер» куда переделал? Ну, «Крайслер», да. Это «Волга» – это корова на колесах, значит, которая вся состоит из иностранных компонентов. Значит, начали ее стимулировать, продажу. Российское правительство. 50 тысяч. Теперь, значит, утилизация там. Еще 50 тысяч. Нижегородская еще 50 тысяч. 150 тысяч. Начали записывать, начали производить. А те говорят, мы только в одну смену будем работать. Не будем производить больше. А почему? Потому что задача была ликвидировать конкуренты. Задача ликвидирована. За это, я думаю, Дерипаска получил соответствующее вознаграждение. Я думаю, подозреваю. Знаете, как в праве, я не, точно не располагаю, документы не проверял, а экономический интерес у нее такой был. И большой был экономический интерес, чтобы уничтожить такого конкурента. Вместо того, чтобы «Волгу» поднять, естественно, надо было ей заниматься, и надо было разрабатывать новые модели, и использовать все новшества, которые были. Нету теперь. Зато есть «Газели». Вот «Газели» еще ходит. Значит, вот этим «Газелям» товарищ Матвиенко поставил заслон в Петербурге, чтобы все «Газели» убрать. И только «Форды» и убрали. И убрали чисто административным путем. Вот и называется рынок, конкуренция. Когда рассуждаешь, что рынок все лежит, это больше точно так же, как убирали все ларьки от остановок транспорта. Это рынок убирал? Или с болгарками пришли по решению Санкт-Петербургской администрации и поубирали это все? Мы тоже понимаем, что это на этом не построишь, так сказать, экономику на этих ларьках, ларечная экономика. Но они не должны, так сказать, вот просто убираться, потому что они вот мелкие. Но если вы сделали более крупные, более дешевые и более качественные, не сделали, ну зачем-то вы их убираете. А если вы сделаете более дешевые и более качественные в домах, а не в ларьках, так куда? Неужели люди дураки, они пойдут именно в ларьки покупать хуже и дороже? Ларьки сами уберутся. Как они сейчас? Ну, сами уберутся. Поэтому разве у нас запрещали там в переходный период, во время НЭПа взяли и запрещали частную собственность? Не запрещали. Пожалуйста, у вас может быть 3 наемных работника. Конкурируйте. Ну, когда поставили крупные заводы, они стали дешевую продукцию выпускать, кто-то будет, пойдет выпускать. Ну, вот вы моложе и красивее, если у вас пирожки будут по 25 рублей, а у меня по 19. Вот кто будет покупать? Такие пирожки. Такого же качества. Да? Вот пойдут к вам? Нет. Пойдут у меня покупать. 6 рублей сэкономят. 6 рублей. Посмотрите, как и бегут в народный магазин. Да. Сколько раз их проверяли, сколько раз доказывали антисанитарию, сколько раз находили там продукты просроченные, которые хорошие продукты, лежат с нехорошими в одних и тех же местах. То есть все это пересортится, есть такая. И там люди копаются и роются, и люди едут со всего города из-за каких-то там 3, 4, 5 или 10 рублей на килограмм. Если говорить об этом. Так что, вот когда мы рассуждаем о вопросах правовых, то мы, конечно, должны здесь исходить из того, что эта борьба ведется в правовом поле, но она совсем не ограничена. И она не ограничена только вот процедурой. Процедура очень простая. Вы хотите что-то добиться? Идите поговорите. Вам никто не мешает пойти поговорить с начальником. Начальник не откажется.
Если он откажется, если у вас профсоюзная организация, вам запрещено создавать профсоюзную организацию? Не запрещено. Будет за вас создавать кто-нибудь профсоюзную организацию, за коллектив? Никто не будет создавать. Вам облегчили создание профсоюзных организаций? Вам не нравится наше государство? Ну, государство вам дало возможность создавать 3 человека, соберите и все. Обязательно регистрировать ее? Не обязательно. И по закону о общественных объединениях, скажем, для того, чтобы создать общественное объединение, которое может законно действовать, достаточно собрать 10 человек, утвердить устав и избрать руководство. Все. Если, конечно, вы хотите зарегистрироваться, у вас еще будет счет в банке. То есть вы будете ходить раз в 3 месяца, сдавать, платить бухгалтеру, сдавать отчеты, мучиться. А и вы можете выступать истцом и ответчиком в суде. Вы хотите выступать ответчиком в суде? Нет? Ну, поэтому не надо. Они это рвутся, начинают создавать. Вам никто не мешает создавать общественное объединение. Вам никто не мешает создавать профсоюзы. Вы, пожалуйста, боритесь. Вам говорит правительство, государство. Пожалуйста. Вы хотите, чтобы вам приносили? Вы хотите, чтобы вот я, капиталист, который стремлюсь к своей прибыли, пришел и повысил вам просто так зарплату? Ну, ребята, это странно было бы. Что, я сумасшедший? Я вас покупаю, вашу рабочую силу. Я покупатель. Вы видели таких покупателей, которые бы хотели повысить цены на то, что покупают? Это только сумасшедшие люди. И я не сумасшедший, я не хочу. А вы продавец. Кто должен устанавливать цену на то, что он продает? Вы продаете свою рабочую силу. Но вы в одиночку, конечно, не повысите цену от того, что вы продаете. Ну так вы вот соединяйтесь, вот вам 2, вот 3, все, вот 4, создавайте профсоюзную организацию, боритесь. Если у вас будет более половины коллектива, она законный представитель со всеми правами. Вы можете даже конференцию не собирать, и можете уже как решение коллектива выдавать. Ну, потому что если вам не засчитают за решение коллектива, вы соберете конференцию. У вас большинство же там членов профсоюза соберете, и все. Поэтому так, в законе. Вам разрешается любые требования выставлять? Хотите? Сколько у вас там? 40, до 40 часов рабочей недели? Сделайте до 30. Это дело ваше. Хотите до 28? Это тоже дело ваше. Запрещает вам закон это делать? Не запрещай. Пожалуйста, делайте. Отпуск у докеров было 55 рабочих дней. Потом они взяли и сменяли на повышение зарплаты. А инфляция взяла и съела это повышение зарплаты. И получилась глупость. Теперь у них такой же отпуск, как у нас. То есть не так, как у нас. У них есть 30 дней. А у нас вот сейчас, у преподавателя, у нас 55. Удлиненный у нас написано в кодексе. Удлиненный. Дескать, студентов нет, вы ушли, нас надо куда-то пристраивать, что-то делать, ну вот, чтобы мы не нервничали, вот там удлинённый отпуск. И я еще не видел, чтобы кто-нибудь отказался от этого отпуска. Но другие-то не имеют его, надо понимать. Еще говорят, что вот, нам не уважают там людей умственного труда. Очень как уважают. Очень. Есть люди шахтеры, там, дескать, моряки, там, а нам отпуск дали. Отдыхайте, занимайтесь, повышайте уровень свой и своих студентов. То есть, возможности, процедура какая? А, ведите переговоры, до 3 месяцев освобождает участников переговоров, выделенных конференцией, до 3 месяцев от производительного труда с оплатой по-среднему, по закону. Стоит бумажку написать в профсоюзе, и все, вас освободили. Идите, настраивайте на борьбу, там, трудящихся, ходите в бригады, объясняйте. Если у вас ничего нет светлого, за что вы выступаете хорошего, или что-то такое необоснованное, то ничего у вас не выйдет, если обоснованно, и коллектив, так сказать, это все поддержит, ну, только вы коллективно и выступаете, тогда вы можете, если в течение этих 3-месячного срока вы ничего не добились, тогда вы переходите к чему? К коллективному трудовому спору. Что для этого нужно? Собирайте конференцию, выдвигайте требования. Но если вы пустые требования выдвинете, кто виноват? Вы или я? Ну, кто выдвигал, тот и виноват. Ну, думайте. Чтобы написать коллективный договор, я его дал. Вот, вы получили его, вы... Понимаете, что вот вы если с таким договором придете в наш цех, то мы же сразу не прочтем. Вы обедный перерыв, наверное, придете. Вы что, прочтем? Мы вам просто поверили. Вы можете вот вы выжимку сделать, что хорошего в этом? Почему я должен за него голосовать? Вот, скажем, я вот по такую задачу вам поставил. Напишите так об этом коллективном договоре, чтобы я за него проголосовал, если вы придете в мой цех. И в другой, и в его, и в ваш, и так далее. Правильно? Вот попробуйте это сделать. Ну, чтобы у нас была не просто задача, вот просто рецензию написать. А вот представьте себе, он нужен, если вы хотите с народом работать политически, то надо не просто ему, вот вам 300 страниц. Ну, а что там вот будет? Нет, чего будет? Чего я читать-то? Ну, вы мне, конечно, как вежливый человек дадите, чтобы я
полистал. Я полистаю. Ну, что, сколько человек будет читать его? Мало. Мы же реалисты должны быть. Профсоюзы, школа коммунизма. Некоторые упор делают на слово коммунизм. А слово коммунизм означает только одно. Школа борьбы за общее. А главное это школа. Что значит школа? То есть первые шаги люди делают в какой-то общественной... Первые шаги. Ну, да помогите сделать первые шаги. Вы начали коллективный трудовой спор, собрали конференцию, выставили требования. Работодатель рассердился и не ответил. Это значит, начался коллективный трудовой спор. То есть просто не ответил. Закон говорит, а им не важно. Или он против ответил, что он не согласен, что он не будет удовлетворять, или не ответил, а это все равно. Раз он не ответил или ответил отрицательно, все, пошел коллективный трудовой спор. На три месяца с оплатой по среднему тех, кто участвует в примирительных процедурах, пожалуйста, будьте добры освободить. И вот они участвуют 3 месяца. А если это не исполняется, тоже какие-то мизерные штрафы? А? Если это не исполняется работодателем, если он отказывается платить этим людям? 5 тысяч. Ну, так и несерьезно. Ну, как несерьезно? Это очень серьезно. Но вы же государство чье? Чье государство? Я вас устрашил, там, сказал, дал право. А этим сказал, да не волнуйтесь вы, ну не будете платить ничего. То есть это все сводится к тому, чтобы, ну если работники организованы, они, значит, своей силой как-то убедят. Если вы думаете через закон, через суд, эти суды, эти все коллективные трудовые споры, они их отталкивают. Дескать, это вам право дали перетягивать канат. Ну и собирайтесь, организуйте, перетягивайте. Значит, если вы не можете перетянуть в свою сторону, вас же много, большинство работодателей-то один, вас вот сколько много. А если он начнет людей увольнять во время забастовки, какая ответственность? Более серьезная? У вас нет никаких мер. Есть, вот поэтому я говорю, борьба в правовом поле. В правовом поле вы можете так начать работать по правилам, что все у него остановится, и он захочет их вернуть. Например, авиадиспетчеры, когда их стали, 9 человек уволили в Вологде, все остальные написали сразу заявление об увольнении по собственному желанию. Все! Это такой вот, я так сказать, на себя примеряю, это вот такой это трудный такой шаг. Представляете, раз вам подпишут, и все, до свидания. Даже их угрожали, им говорили, что вы так, если будете это делать, вас как вот Рейган уволил, взял всех авиадиспетчеров, всех. И заменил военными. И наши тоже тут у нас были такие разговоры, но выступил товарищ президент профсоюза авиадиспетчеров Ковалев Сергей Анатольевич и разъяснил, далеко после этого пошло разделение труда. Знаете, сколько военный диспетчер? Их вот задача две точки соединить. И у них это так отработано, что вот если вы военными диспетчерами наших заменить, ну поскольку они уже десятилетиями так сводят, я спрашиваю, кто будет отвечать за эти самые падающие самолеты из-за столкновений? Никто не хочет отвечать. Ну вы подумайте. Вот. Поэтому, значит, что сделало руководство Вологодского? Вернуло всех назад. Кого уволило? Кого уволило? Вернуло. Потому что это вот действие. Оно не запрещено законом. Мне увольняться никто не запрещает. А слушать правила, где строго по правилам действовать, когда все парализовано на работе. Вот посмотреть, надо внимательно изучить правила, которые существуют на этом производстве. Если строго их все упасть, строго. Мы и так исполняем, но не строго. Чтобы нельзя говорить, что вы вообще их не исполняете. Чтобы первый раз, что, ах, вы раньше не выполняли. Нет, выполняли, но не строго. А сейчас строго будем выполнять. Почему? Особо важно сейчас, чтобы ничего не случилось. Допустим, вот нужно ехать, ездит 30 км в час. Большими контейнерами докеры. А потом выходит к окну генеральный, видит, кино такое, медленно едут все. Это что? Это особо сохраняет безопасность. Соблюдает 3 км/ч. И корабль не вошел в морской канал. Это страшный вид. А сверхурочный обязан выходить? Там колоссальное количество сверхурочных. А перерабатывать 168% нормы обязан вам давать? 101 будут давать. Завтрашнего дня 101. Все. Вдруг. Это в пределах? В пределах. Дальше. А технику, что она вся исправная? Сейчас сяду, напишу в журнал, что она неисправная. И жду, когда вы подремонтируете технику. Вообще ничего не работает. Это когда никем заменить, если есть люди, там, как там, штрейбрейки. А чтобы не заменить, не надо уходить с работы. Если вы уйдете, то, конечно, заменят. А вы сидите сейчас, вот я сижу около этого машины,
И жду, когда вы отремонтируете. Уже я написал в журнале, она неисправна. Как чем будете изменять? Работодатель может их просто всех уволить? Не может. Нет оснований. Надо основание какое-то, чтобы вас уволить. Как вы можете меня уволить? А это называется, то, что вы сказали. Знаете, как это называется? Локаут. Локаут запрещен российским законодательством. Имейте в виду, так и строго написано. Локаут. Локаут – это больше двух. Мы так это расцениваем. Массовые вони. Я – это не массовый. Больше двух – это явно массовый. Так что, нет. Так что, когда начинают люди стонать, что вот они их там притесняют, там не дают, ну, они, с одной стороны, вроде бы и правы. С другой стороны, сказать, что они использовали те возможности, которые дает российское законодательство, нельзя. Поэтому борьба должна быть в трудовом поле вестись с пониманием правил, норм, но борьба ведется за интересы. Значит, и работодатели отстаивают свои интересы, и работники отстаивают. Если вы не победили, возможно, вы плохо отстаивали свои интересы. И ничего там плохого. Учитесь отстаивать лучше. Учитесь, и у вас будет зарплата больше. Как вы думаете, зарплата повышается за счет лучшей работы отдельного работника или за счет коллективных действий? Ну, конечно, за счет коллективных действий. Так вот, а диспетчера было 15 тысяч, а сейчас от 40 до 250. У докеров там было 20, сейчас 70, 80, 90. Это только за счет коллективных действий. А если вы будете пытаться вот переработаться, ну, умрете быстрее. Ну, говорят, что будете работать на лекарства. Лекарства знаете, сколько сейчас стоит? Ну, вот сначала идут золото, потом наркотики, а потом идут лекарства. Так что, если вы хотите заработать на лекарства, идите сверхурочно, выходные дни и наоборот. Перекрыли выходные дни профсоюз, перекрыли сверхурочно, и ничего вы не сказали. Это все по закону. Ну, не хочу я, не хочется мне. Посмотрел на свои... на квиток, и не захотелось мне выходить в сверхурочные выходные дни. Все. Страшное дело. Все по закону. Спасибо за внимание. Строго по закону мы закончили. Ну, небольшой, конечно, перебор. 2 минуты. Но, думаю, за 2 минуты меня не накажут. Не больше 5 тысяч. До следующего раза. Значит, вы, я так понимаю, интенсивно работаете над коллективным договором. Не смею вам мешать. Но идея у меня есть такая, попробуйте написать вот кусочек такой вот, на одну страницу. Ну, больше одной страницы никто читать не будет. Я имею в виду в цеху. Вот, выжимку. Выжимку, которую вы вынесли и сказали, вот мы агитируем за коллективный договор. Так это и делали. То есть такое рекламное. Ну, только, но рекламное не для радио, а рекламное, что вы пойдете к вот простым людям, им это объясните. Чем понравится. Да, вот что вы считаете, что надо это поддержать. Потому что потом... человеку нравится, то есть надо... И чтобы вот они, вот, еще они чтобы проголосовали за это, проголосовали, и избрали бы делегатов, которые будут это отстаивать, и делегатам бы поручили это отстаивать, и бились бы за это на забастовке. Вот вы должны какой-то написать огнем. Должны выжечь такой. Потом 2 серии, да? А? По 282 статье, естественно. Если огнем написать. Вот видите, как вы это сразу запугиваете сами себя и других. Вы это тут подсадная утка. Вот я чувствую, вот человек сидит в красном, все с ним ясно, а это в черном. Да, в Ганте. Любому не капиталист. Ну, в общем, мы вас разоблачили, одним словом. Нам я достаточно... это давно понял, просто нет. Но разоблачить, значит, это вот, так сказать, публичное. Я сижу в черном, да. Да. Человек сидит в красном, в Ганте. Да, только фирма. Шесть лет знаю его. Кого-то красный Феррари есть. И наконец-то он раскрылся. Ну да. Я знал, что не позволил. На красный Феррари тоже коммунисты ездят. Ну, естественно, коммунисты только на красный Феррари. И особенно под красными флагами все бросили, все ЦК и обкомы, все под красными флагами. Мы это не забыли. И, при Ельцине красные знамена утвердили как боевые знамена, с которыми надо идти в бой. То есть, когда торговать, берите полосатые. А в бой вам привычно с красным знаменем. Идите, пожалуйста, вперед. Почему товарищи не прижали отставку Горбачева, когда вы пытались, рассказывали в обкоме поднять вопрос? На всякий случай. А вдруг он его не прогонит, тогда их прогонят. Тут там же люди на разных постах сидели. Я-то же не на освобожденной была работе. Я был в университете профессор, как сейчас. Как бы, так сказать, мне особенно и падать некуда. У нас же наука, так сказать, высказались и пошли. Скажут, ну а что с них возьмешь?
А там раз и человека сняли. Причем очень просто. Приголосовал. А у нас конкурс, у нас вот ученый совет голосует. Так просто так тоже нельзя. У нас так просто не снимешь. А никто и не снимает. У нас ценят науку, знания. Знание – большая сила. Знание – сила. Так назывался журнал раньше. На теле почти нет или вообще нет? Но все равно осталось. Знание – все равно сила. Так, спасибо. А то мы начинаем уже новую лекцию, но у нас будет следующий раз.